Более 400 населенных пунктов посетили поезда здоровья за первую половину 2024 года. Специалистами проведено около 100 тысяч различных исследований. Напомню, проект «Поезда здоровья» был запущен по инициативе губернатора Глеба Никитина в рамках национального проекта здравоохранения для того, чтобы жители даже самых отдаленных районов области могли проходить обследование у узких специалистов. Я пришла первый раз. Хочу узнать свое здоровье. В Дальнеконстантиновском районе я обычно прохожу все кабинеты. Но сейчас муж болеет, я не могу туда оставлять мужа, не на кого. И я здесь прохожу, здесь удобно, сбегаю домой, приду сюда. Специалисты замечательные. Приехали к нам в село по Гавлине. Вот. Но чтобы не ехать куда-то, мы уже пенсионеры. Мне сложно, я гипертоник, мне 73 года, так что мы очень довольны этим. По специалистам у нас опять достаточно большой набор. У нас врач-гинеколог, врач-уролог, врач-эндокринолог, офтальмолог, терапевт, кардиолог. Плюс мы проводим электрокардиологические исследования, лабораторные анализы, общий анализ крови, общий анализ мочи. Смотрим сахар крови, холестерин. Назначается дальнейшее, да, обследование, если это требуется. Если требуется какая-то экстренная госпитализация, то тоже назначается. И проводится лазерное лечение диабетической ретинопатии бесплатно. Количество народу достаточно большой объем осматривается. Сегодня вот третий день, можно сказать, только начало. Народ еще идет. За предыдущие два дня тоже работа в Дальнеконстантиновском районе, но в других населенных пунктах у нас было осмотрено около 100 человек, проведено около 200 консультаций и более 500 обследований. То есть достаточно продуктивно работает поезд здоровья.